Que me lembrei. Теперь мы ждем. Специальный уровень, чтобы вы посмотрели, что есть наклон 3-5 градусов. Как труба это вниз шла, да? А вы посмотрите, приведите поближе глазок, чтобы вы могли увидеть, что глазок именно отклонился в ту сторону. И есть наклон, соответственно. Ты потяни, зафиксируй сам. Надо будет вот это будет потом. Ну, мы сейчас уберем. А, ну без проблем. Да. Так. Сейчас вы можете посмотреть, как раз поближе придвинуть к глазку, что есть наклон, соответственно, в отрицательную сторону. Угу. Это говорит о том, что наклон и конденсат, который будет скапливаться у нас, будет вытекать через решетку на улицу. Так, ну что ж, давай, Костя, тогда это уберем. Нет, вот это... Да нет, чемодан убираем, можно пустой, чемодан, конечно. Так, чемодан и это тоже уберем. Так. Нет, у меня руки длинные, поэтому. Что, нормально же? Ну, смотри. Ну, вниз, пониже. Чего не задай, Боже? Это, соответственно, отвод всей грязи. Это которая в пылесос, которая пойдет, да? Которая именно, она жидкая грязь пойдет. И пылесос, и вот, соответственно, все сюда. Квартира, ну, это вода. Да, это вода, которая необходима для бурения. Потому что влажное бурение невозможно без подачи воды, коронка. Иначе просто зубья придут не могу спросить. Все? Ну, короче, подожди. Может, ты еще немножко включать или нет?
Здесь мы покрываем и так очень все плотно, но для надежности здесь небольшой слой герметика, необходим просто бывает.